Всем привет! В первую очередь хочу поздравить сегодня с 8 марта дорогих девушек, мам, бабушек, всех, а главное рыбачек. И не буду особо ничего рассказывать, потому что все-таки это мужчины должны нас поздравлять. Я даже сегодня немножко нарядилась больше, чем обычно по этому поводу. И хочу начать с того, что прочитаю ваши комментарии, которые вы вчера писали с пожеланиями. Таким образом и буду ориентироваться на сегодняшние стенды. Так, смотрю ваши комментарии, значит, у нас тут писали Ибис Флагман, Сальма, Карбзандер, Фишен Рой, Фишен Сток, Трика Бейтс, Джексон, Акрополис, Технокарп, Земекс, Спинекс, Подсекай, Адамс, Брэкфишинг, Флагман, Технокарп. И тут я тоже читала, там Технокарп, Флагман, значит, пойдем точно к Флагману, Технокарп, Фишен Рой, Карбзандер я видела. А, еще я в пожеланиях читала, что хотят больше по карповой фидерной теме. Окей, пойдем. И мы тут рядом были с Флагманом. И по вашим заявкам, с этого и начнем. Я лично очень хорошо общаюсь и знакома. Опа! Хотела сказать с Алексеем Пугачем, а тут у нас Артем Некрис. Ты что морозишься так? О, загадочно! Артем, ты попал. Пошли. Да? Народ хочет Флагман. Нет, погнали. Нет. Встретила еще одну самую красивую рыбачку. Мою подругу. Это Инна Мирошниченко. Да. Вот, вы все знаете ее. Мы с Инной обязательно снимем общее видео. Будем ловить жирных судаков. Судаков жирных. Жирных. Жирнющих. Покажи самую классную фишку по спиннингу во Флагман. Ну как, самую классную или не самую классную, это вопрос пятый. Но вот линейка самых продаваемых, самых популярных удилищ компании Флагман — это Азура Кеншин. Линейка представлена тремя моделями с тестами от 1 до 5, от 1 до 7 и от 1 до 12. Самое главное, сколько стоит? В районе от 1,5 до 1700-1800. А, ну, доступно, то есть да, это бюджетка относительно. Быстрый, да? Ну, строй быстрый, рыбу вяжет очень хорошо, перегрузы терпит большие, колоссальные перегрузы. Я видела, ты не ловил, потому что она об одном. Да. Отлично. А у есть Флагман на скидке на выставке? Да, конечно, 20%. Ребят, фишечка. Артем, спасибо. Не за мы что. Быстро, дома по Европам. Давай, дорогой. Все-таки я решила, что Лёшу Пугача я тоже дёрну. Здравствуйте. У нас кино. Будем заниматься, я тебя буду поздравлять 8 марта, маленькая. Больших тебе трофеев. Там всегда всё не попадалось на крючок того, чего у меня ты. А теперь надо моим подписчикам рассказать эту фишку, что вчера ты мне в эфире говорил, самое крутое, что ты придумал, супер новинка вот эта. Очень-очень классная. Очень вкусная, правильно? Да, и она что, очень вкусная, я тут вчера нанюхалась, ребята. Спорт, именно для спортивных рыбалок, для спортивных парней и для спортивных девчонок. А скажи, что это? Это вкусняшка. Да. Ты знаешь, это вот Шанель, перед тем, как выпустить какую-то новинку, сначала говорит со мной, возможно ли это сделать. Я говорю, да, либо нет. То есть это одна из разработок, которая в следующем году представлена будет. Аромат Шанель. А, понятно. Номер 6. Лиза, аж мне пахнет. Да? Мне пахнет, да. Понюхай. Оно еще вкусное, но класс. Не будет. Самая фишка, что это стоит. Сколько это было? Черт, 23 февраля. А ты хотел морознуться, да, уже не получится. Я уже думал 9. Нет, не получится. А, ну пошли выбирать. Идем. Знаешь, еще камера снимает, теперь тебе жмутиться нельзя. Я хочу кепу. Вот знаешь, вот это хочу. Твоя? Подожди, я чуть-чуть на телефон хочу. Какой? Давай на X Лизочке подарим. Давай. Да? Давай Лизочке подарим. Смотрите, да, вот такая одесская. Одесская. Ты какую рыбу ешь? Любую. Ёж. Давай, а ну иди выбирай, смотри, иди выбирай. Оно? Что это такое? Может быть щука? Может быть щука. Такая кепочка у меня крутецкая.
Завтра еда не останется. Выбор форель, щука, окунь. Мне кажется, выбор однозначен. Щука. 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 Да. Блин, это щука круто. Щука вообще моя любимая рыба, кстати. Что творится с миром, что девочки приходят на 8 марта и тащатся от щуки? Хотите вам щуки привезти? Давай, а примеряй сразу, показывай, как будет красиво. Давай. Так. Снимаем. Ненужный уже чехол. Уже, да, выкидываем. Так. Блин, Андрюха, ну спасибо тебе. Спасибо. Который ты мне подарила. Прикинь, все, поздняк метаться, тебе только со своими. Вот так, когда-то я тебе подарила, теперь ты мне. А, ну сразу такой, смотрите, какой, ребят. Спрятано, да, Катя? Огонь, да. Какой он плотный, это самое главное. Ты довольна, Лиза? Да, просто пушка. Антиаллергенный пластик, кожа рук. Антиаллергенный? Да, приобретает. Ну, Петруда, ты не можешь не заморочиться. Очень классно. Да. Спасибо большое. Угонный чехол. Классный крутец. Плюс 10 упаковок. Мне обещали там еще подарки вчера. А хоть уже не утро, как я говорила, что буду, но я дошла. Да. Приличики. Спасибо. А, я же тебе обещал там. Давай. Неси. Надо подумать, что я такой, мне, знаешь, попрошайка такой идет. На самом деле, у меня есть план по поводу этих подарков. Вот. Но я об этом расскажу позже. Стоп. Ну что-то нормально, это же подгон, Макс, ты чего? Это не хай-тек. Little Spider, Swing Impact. Ну ты, короче, реально собрал такое самое... Спасибо. Спасибочки тебе. Класс, приятно. Вот это я понимаю, ребята. Лиза даже показывает так. Я пойду отжала кепку. Лиза чехол. А, это Лиза, я не узнал. Друзья, очень хочу важный сказать момент. Поскольку я выкладываю видео каждый день, свежие с выставки, и они получаются, что первые приходят именно от меня, я вам предлагаю нажать на колокольчик, и вам будет приходить оповещение о том, что есть новое видео. Правильно, Лиза? Конечно. Все. Вот так. Вот так все просто. Нашла? Я хочу нас встретить, вас, Максим, на стенде Zemos. Перебираете новинку, нет, да? Просто написано спайдер за 10. Да. А тут стоит. Аля, какая-то не разберешься чуть-чуть. Просто так вышло. А на Iron Fitter стоит спайдер за 10. Да. Бывает, так получается. Кстати, вот как раз ребята вы просили, опять же, на стенд Zemos, поэтому можно Максима попросить рассказать. Я за 10 рассказывала, давай какую-то еще одну новинку подумай. Экстра. Бюджетную, да? Такой? Давайте. Идемте. Новая бюджетная серия. Бюджет порядка 1000 гривен. Шара. Плюс-минус шара. Это прототип. Это 762 длина у меня в руках. Это классическая длина для гранжевого удилища. И для тех, кто любит ловить опунька, будет хорошая новость. Тут есть солидные вершины. То есть плечи. Информативная плечка, то есть если вы решили начать ловить маленьких рыбок, либо ловить маленькими легкими весами, ага. Ну вот вам, вот эта удочка. Стоит обратить внимание на эту удочку, она очень качественно собрана. Как всегда, компания Zemos, у нее такая новая есть тенденция, она идет по пути качественной, но более дешевой фурнитуры, но тем самым делает более качественные бланки, которые очень долго и верно служат не один год рыболовом. Потому Zemos, вы видите, столь популярный стенд. Да, очень много людей. Ну, это еще не самая главная новость, ребят. У Максима есть канал. О, давай подожди, иди сюда. Смотри. Вот. И главное, наклейка на моем. Я люблю рыбалку. Есть канал у Максима. Я оставлю обязательно ссылку под этим видео. Подписывайтесь. У Макса очень интересные истории, очень... интересные видео. Я поддержу. Держи, это очень ценная вещь. Она, как и я, застрахована. Намного? Ну, хватит. Она дорого, да? Погуляю. Поэтому мы все поняли. Не забывайте, мы все поставили. А, смотри, у меня все закрывает. Поговорим, потому что... Это крокодил? Да. Крокодил? Класс. Всем, кто подпишется, смотрите мои ролики, я думаю, вам будет интересно. А ты можешь делать конкурс? Да, у меня... Я делаю обзоры стендов. Каждый день мы тоже делаем обзоры стендов, конкуренция. Делаем, но мы делаем розыгрыши, собираем призы. Я, конечно, не такой красивый, как Надя, но более наглый. Это конкурирующие конторы сейчас между да, вами, да? Да. Ну, смотрите мои ролики, думаю, вам будет интересно. Мы немножко какую-то свою пытаемся занять нишу и сделать более
такой. Так, все, хватит рекламы на моем канале. Хватит. Ну, минута славы прошла очень. Так получилось, что Саша просил Максима нас познакомить. Правильно я понял? Я к Михалычу только что ходил договариваться. Я думал, Максим не справится. А мои подписчики просили прийти сюда. Это магазин Гарбзандер. Пожалуйста, ребята, по вашим заказам. Харьковский магазин. Работаем по всей Украине. И нам нужна самая крутая фишка, что у вас. Ой, фишек много, но мы сейчас организуем новинку. Давай. Игорь Александрович, дайте нам, пожалуйста. Гамблер. Да? Конечно. В новом цвете. В новом цвете. Американская, да? Это американская резина, да? И в самом любимом цвете для украинского рынка. А, значит, это моя уже. Безусловно. Ну а теперь же знаю, что ты подписчиком, да? А, так, о, точно, мне нравится этот доход. И мне, и подписчикам. Давай. Есть у нас новинка. Класс. Новинка. Нас еще снимают? Да. Замечательно. Есть новинка, новая модель. Чесночок, как любит Михаил, да? Вот, вот такая вот моделька. Это абсолютная новинка. Ребристенькая, с такой большой пяточкой. Вот. Тоже запах такой? Запах чесночок тоже. Я просто не встречала еще силикона с запахом чеснока. Это реально фишка. Фишка, это фишка. Да. Есть еще у нас и анис, но чесночок более популярный. Ребят, я так и не сказала, что будут моими подарками. Сегодня 8 марта, и мне сейчас все начинают что-то дарить. Это очень здорово и приятно. Я хочу с вами поделиться. И очень вас прошу помочь мне придумать как. Напишите в комментариях вот этим видео о том, как же мне провести этот конкурс. Как выбор победителя. На ютубе я еще не проводила конкурсы, поэтому прошу вашей помощи. Спасибо. И сестра вам тоже есть. Сестре тоже вручается. О, смотри. Держи. Спасибо большое. Спасибо большое, ребят. Серьезно, мы на YouTube. Леша, мы на YouTube канале. Мы попали на YouTube канал. Наконец-то. Лешка и Вовка на YouTube канале. Да. Теперь уже знаем. Теперь уже знаем, как это страна. Да. Спасибо, ребят, спасибо большое, очень приятно. Смотрите, как, а, подарки на подарки. Супер, ребят, да. Со цветами с вами делиться не буду. Оставлю себе. Так, переходим обратно сюда. Здесь у нас... Это ваше. Это подписчикам. Раз. На более крупную рыбу. Ага. И две пачечки. Ничего себе, Саш, спасибо. Спортивных. Спасибо. Спортивных приманочек. Я еще хотела за одну фишку спросить. Мне говорили, да, у вас есть воблеры звенящие. Это так важная информация, даже эта фишка. Нужно об этом рассказать. Нет, дай немножко. Как приятно, да? Смотрите, народ, вообще. А? Вот это зашла, так зашла. И себе, и вам хорошо. Да, да, у нас все подходит. Эти приманочки с электронным чипом. Это приманка американского бренда Livingstone. При попадании в воду замыкаются вот эти вот контакты и издается звук. Клац такой, да? Они с разными звуками. Да, я слышу. Как цикада этот. Да, это... Зависит от цвета. Обалдеть, ничего. Работает 200 часов. Самое главное, не хранить в мокрых коробках. Ребят, будет все в порядке. На выставке достаточно шумно. Звук такой специальный, я думаю, что вы сможете его не услышать, но давай попробуем. Вот попробуй сделать так ближе к микрофону, он здесь, вот, сбоку. Давай. Ну ладно. Попробуй, может, не слышно. Ну, мне слышно отсюда? Ну, слышно, слышно. Класс. Вот это прикольная фишка, согласны? Это фишка. Есть миножки, есть кренки, ратлины очень популярные. Самое важное, сколько стоит? 330 деревьев. Короче, как стандартный воблер хорошего плюс-минус, качества. Да, да. Отлично, супер. Ну, а самое интересное, еще, ну, у нас много на самом деле интересных вещей. Игорь, покажи нашу щучку, пожалуйста. Это скандинавский бренд Vessin, он очень популярный в Европе и уже становится популярным на Украине. Вот. Это гибридные приманки, твердая голова и мягкая. Необычно. Мягкое тело. Да, сюда видите, голова пластмассовая, как у воблера, а тело как силиконовое здесь.
Здесь полностью мягко, а тут еще есть что-то. Вот здесь усилитель, да. Интересно. Очень реалистический. А для того, чтобы была максимально она реальная, да? Да, она вот просто... Интересно. Спасибо, блин, очень круто у вас. Приятно было познакомиться. Я думаю, мы еще не раз увидимся. Да. Продолжаем по вашим заявкам ходить. Сейчас мы на стенде Технокар. В Авторс и найдем, да. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Вам не подобраться. А, чего? Приходите. Вот. Возьмите конкуренты, возьмите бойлы на память. Я пришла по заявкам, как говорится, да, своих, да. Мы готовы ответить на любые вопросы. Да. Вот я пришла, чтобы вы мне рассказали самую классную свою фишку. Самый суперский бойл – это бомж. Бомж? Да. Бойл бомж. Название, да, у него такое. Чего бомж? Потому что этот бойл не просто бомж, это аббревиатура такая. Black Caviar, Squid Octopus, там, да. Ну, он интересный, одним словом. Mm-hmm. Да, вот есть баночка, так называемая, премиум серия. Здесь несколько размеров. Флакончик с дипом. А, я вижу, это получается дип. И вот тут есть такой, есть такой. Да. Есть обычный не микс, то есть 10, 12 или 14 миллилитров. Работают они все одинаково, просто этот более яркий, этот менее яркий. Да, классно. Ну и можно подобрать вот снеговики там, для разных сцен. Одним словом, вот это вот. Ну, это... Они есть там в цветах, да? Да, конечно. Они плюс есть в донном виде, есть в виде пляшки, есть в виде варенки. То есть разные. Есть в виде жидкости, даже жидкий бомж есть. Вот такая тема, да, называется бомж соус. Соус из бомжа. Я с Харькова. Да, пожалуйста. Аккуратно, потому что если нос попадет туда, вам придется в аквариум. Дайте молодому человеку понюхать, что вы думаете? Ну, похоже, да? Да. Смотри, а в аквариуме тут так вот все же оснастки лежат, готовые. Там всякие попалки лежат, да. Мы их бросили вчера утром, они до сих пор плавают. Никто их не стащил, не съел, они так и живы. Прикольно. Знаете, что самое главное? На море. Да. Кукуруза, а сладкая кукуруза. А что вы хотите подарить моим подписчикам? Вашим подписчикам, да. Естественно. Пару баночек боя. Они же будут разыграны, да? Да, конечно. Вот. На YouTube-канале. Смотрите, мне нравится такой подход. Набрасывает, да? Не зря ребята вы захотели, чтобы я пришла к этому стенду. Много было комментариев. Сейчас еще один открывается каждому, да? Да. Ну, ничего тяжелого вам бросать не будем. Да, сегодня вечером. Супер! Я вам спасибо. Была как-то брата познакомиться. Сколько я знаю, у вас есть YouTube-канал, да, еще? Да. Ребята, я думаю, Технокар называется. Кому очень интересно будет, а я думаю, что вам будет, раз вы писали в комментариях, что я сюда пришла. Пожалуйста, YouTube-канал Технокар. Заходите к нам, у нас тоже весело, интересно, и мы снимаем классные фильмы, и будет продолжение. Спасибо вам, очень приятно познакомиться. Спасибо, до свидания. Катя Рыбалка. Мы вчера смотрели, сегодня будет в Юаре, наверное, было очень жарко, да? В Юаре было очень жарко, да. Я смотрел все ваши репортажи. Спасибо, это приятно. Познакомиться с рыбаком, меня находит много людей, говорят, я смотрел, смотрел. Просто не ожидал, что как раз подойду и... Сергей Спасенов, и вы, лично Катя. Познакомитесь. Да. Очень приятно. Очень спасибо приятно. Вам. Спасибо большое. Спасибо за вашу работу. Мы добрались до стенда Fishing Roy. Опять же, ребятки, все для вас. А мне нужно свободное лицо. Мне нужен свободный человек. Держи. Давай. Итак, пришла сюда не просто так. Потому что мои подписчики на YouTube попросили сюда. И мне нужно, чтобы вы обогнали самую крутую фишку вашу. Нового сезона. Вот там это что-то классное, на ваш давай. Вы сами знаете, что у вас самое лучшее здесь. У нас силикон уже проходит. Давайте, пожалуйста. Опа, отправили к спиннингам, направили к силикону. Так, я такой необычный еще не видела. Интересно. Интересно очень. Класс. Мягенький, очень качественный. Хорошие цвета. Вот можно обратить внимание на вот эту вот моделечку. Всем известный силикончик, да, здесь у торговой марки Bitbrief Carly Graph. Ага. И есть у торговой марки Pans так называемый твистер M013. Вот здесь в этом твистере совместили две эти модельки. Угу. Вот, сделали его более мягким
и, скажем так, добавили цвета, которые наиболее, скажем так, предпочтительны в нашем регионе. А цена? Цена, сейчас я вам скажу. Ну вот, смотрите, 49 пишу. О, отлично! Отлично! Народный такой. 49, 64, 65, 45, 45. Отличного качества. Да. И Биг Бандит. Это хит нашего сезона. Вот. Резина предназначена для ловли на неогрузку в каких-то сложных условиях. То есть будет там какая-то растительность всевозможная и так далее. Там, где нужно продирать, там, где нужно ловить по окошкам среди растительности. Вот этот кончик будет актуален. Вот сюда, пожалуйста. А пакетики становятся тяжелее. Вот этого внутрь убежал туда, думаю, ничего не буду дарить. Шучу. Пожалуйста, давайте. Мне нравится это. Мне нравится это вообще. Мне нравится это очень. Рассказывайте за подарки. Это те приманки, о которых я только что Бандит. Рассказывал. Mm-hmm. Да. Это Биг Бандит. И это наш всеми известный Вистер. Отлично. Супер. Козлы. Я вас благодарю. Спасибо. Очень приятно. До встречи. Всего доброго. А мы погнали дальше. Подарки моим подписчикам. Пожалуйста. Давай. Сюда. Нет, это не тебе. Нет, нет. Ты давай сюда свое. Давай. Для любителей хорошего настроения и хорошего продукта даю вам крашеную коноплю. Это раз. Следующее, для того, которое девушки любят сидеть, красивая, нарядная, это пасночный микс. Это два. Отлично, класс, хорошо зашла. И, наверное, все-таки надо на плотву, потому что сейчас собираюсь ехать на рыбалку. Да? Сейчас сделаю. Так. Классная, подходить на большую глотву. Вот цвет твоей напарницы губ, красная бигровыч. Для большую глотву. Ага, и да. Нормально, рыбалка спортивная, никак не проходит без копромелас. Согласна. Копромелас. Только это не напарница, это моя младшая сестра. Родная, посмотри. А смотри, что ты сильно похожа? Да? А зовут? Лиза, будешь знакома. Лиза, это друг нашей мамы. Мама очень любит Лёшу. А мама, кстати, на выставке, ты видел ее? Я вчера видел её, она меня приглашала в Одессу. О, хорошо. Все хорошо. Звезда ролика Лёша Пугач. Лёшенька, спасибо за подарки, я их разыграю у себя на канале. Хорошо. Трофей на стенде Zemax. Тут. Инна Мирошниченко на стенде Zemax. Владимир Воротняк на стенде Zemax. Максим Нестерцов. Ребята, вы уже... Мы устали, отдыхаем. Привет. Приходите на наш стенд. Очень. День получился очень плодотворный. Подарков я собирала для вас очень много. Жду в комментариях от вас предложения, как их разыграть. И еще хочу сказать... Я планирую и завтра, и послезавтра ходить собирать подарки. Это будет вот такая огромнейшая куча подарков. Ну и, конечно же, я в конце добавлю что-то от себя. Ну а пока что ждите мое следующее видео, оно будет завтра. А под этим обязательно ставьте лайк. Ну, если еще вы не подписаны до сих пор на мой канал, то подпишитесь. А подарки не закончились, но это я никому не отдам. Тут Владимир Воротняк мне кое-что сделал. Покажи. Это на Вася, она очень розовая совсем. Екатерина Шеремет, Вовчик, круто. О, как приятно. Скажите, это за 8 марта? Если среди рыболовов есть любители такого цвета, тоже обращайтесь, вам сделаем. Вовчик, скажи честно, это из-за 8 марта ты ждал или не ждал? Я очень ждал, надеялся и верил. Ну, типа, ты скрывал? Ты скрывал от меня ее? Я скрывал, очень скрывал. Спасибо тебе, друг мой. Хорошо, девушки, если у вас есть какие-то вопросы с цветовой гаммой, обращайтесь к нам, и эти вопросы мы решим. Спасибо. Вот в таком красивом, мне уже замечательном изделии. Класс. Вообще, бомба. Мне идет? Очень. Очень. Но мне больше.